Привет, друзья! Значит, продолжаю совершенствовать свой метод сведения болгаркой. Вот. Нож раз, это вариация на творчество Росенти. Вот от компании Steel Claw. Еще раз повторяюсь, нож называется раз 01. Вот, значит, в этот раз у меня... Значит, в этот раз у меня болгарка с контролем оборотов, точнее с регулировкой. И на минимальных оборотах очень здорово сводит, не перегревает железку. В общем, очень здорово получается. Я успеваю спокойненько ее посводить аккуратно там, где нужно. И она хватает не так много, чтобы не перегреть железку. На стандартной болгарке, которая работает на 11 тысячах, там на 8,5 даже, тоже достаточно тяжело, очень много снимает и быстро перегревает железку. Вот, лучше все-таки на минимальных оборотах. Вот, я, значит, пересвел его, сделал такой сатинчик, видите. Сатин, значит, на 320 шкурке. Вот, получился сатин у меня, видите, такой получился неровный, а такой закругленный за счет того, что это делалось болгаркой. Вот, значит, и плавник я изменил. Вот мне больше нравится такая форма, но это кому как нравится. Вот здесь тоже я все так прошелся. И немного опустил кончик. Кончик у нас теперь неровный, а немного опущенный. Вот, в результате, давайте еще поближе. Вот здесь вот, видите, я хватанул многовато, пытаясь убрать вот это тупье. Больше не стал я убирать, побоялся, что испорчу, потому что и так уже лишнего забрал. Вот, давайте совсем близко я пройдусь. Вот, лезвие у нас сошлось, еще раз повторяюсь, в 0, D2. Сейчас посмотрим, как оно строгает. Нож совершенно не для строгания, ручки вообще это не предусматривает, неудобно. Нож для пыряния, но теперь это также и EDC задача, он тоже с ними вполне справится. Вот, ну давайте построгаем, посмотрим, насколько он лучше стал строгать. Ну что, давайте посмотрим, на что способна линза D2. В первую очередь выкрашивание, конечно, будем смотреть, потому что нулевое сведение. Линза не дает глубоко входить, врезается хорошо, но далее не дает пройти. Видите, то есть она заходит, и дальше толщина лезвия не дает мне пройти дальше. Врезается очень круто. Несмотря на то, что форма не подразумевает, что это не резак, но врезается очень круто. Железка мне нравится. Кто-то говорил, что у него недокал какой-то в D2. Не знаю, ребят, вот я не сталкивался. У меня от Steel Claw все нормальные железки. Thank you.
Вроде бы и нет никаких заминов. Пострадаем молоточным хватом. Режет очень здорово. Я доволен результатом, что этот живопыр стал еще и DC неплохие. Теперь он может выполнять свои DC задачи, то есть стал резачком таким, хоть и специфическим за счет линзы, но все равно. Но режет отлично. Наминание есть небольшое, все-таки это не резак, но все равно не чрезмерно. В общем, супер. Режет супер. Бумажки у меня нету проверить. Есть небольшие замины. Давайте я покажу. Вот видно, здесь блестит. Вот видите. В остальном, в принципе, особенно и незаметно. То есть, если нож использовать просто в DC задачах, то в принципе нормально, без всякого жесткача, то он вполне может резать и будет оставаться. Хотя вот я чувствую, что уже бритвенная острота так подтупилась немного, но все равно он чувствует, что он еще вполне рабочий, достаточно острый. Вот, и, в общем, если вы захотели, чтобы ваш этот живопыр еще и резал, то вполне можете сделать это с помощью болгарки. Да, у меня немного неровно еще. Лезвие после сборки стало, не знаю уж, что я там неправильно собрал.